Брюс участился. Вот она тебя точно не касается. Все в твоей жизни меня касается. Эдди, у нас нет секретов. То есть ты прекрасно знаешь, что мы сейчас здесь делаем, да? А то. Я же не дурак. Вот черт. Да. Эдди, ты где? Давай встретимся. Нет. Нет, нет, нельзя. Сейчас нельзя. Скажи мне, где ты сейчас, я заберу тебя. Не приближайся ко мне, даже не вздумай этого делать, ты поняла? Ричард! Эй, Рич, мне надо Эдди. Подняться, пропустишь? Не начинай, но я должен подняться. Ты мужик хороший, но теперь нельзя. А кто сказал, что нельзя? Прости, брат. Ладно, ладно, тогда ты можешь передать? Джек Эдди, должен это увидеть. Не хочу терять работу. Сожрем его мозги. Нет! Не смей его трогать, он мой друг! Эдди, ты чего? Он, бедолага, вкалывает на трех работах. Мы... Что случилось? Мы уходим. Мы? Да. Мы? Ты про кого? Стой! Не подходи! Вот так. Черт. Так нам наверх? Сказал бы сразу. Какая безмятежность. Но я боюсь высоты. А у вас тут не так уж и гадко. Даже жаль, что этому миру конец. О чем это ты? И снова здравствуйте. Что опять? Ты меня нахрен угробишь? Умрешь ты, умру я. Да брось, ты-то можешь в любой момент найти себе другое тело на выгул. И зачем оно мне? Разбрасываться такими ценными экземплярами. И потом ты начинаешь мне нравиться. Не такие уж мы и разные. Ну, спасибо. Поступи правильно, идиот. Так. Вот тебе доказательства. Ну что, прыгнем? Трухло.